Приветствую, дорогие друзья! Чемпионат России 22 года. Соревнование у многоборок. Прыжок в длину. Полетели! Напомню, что многоборки выполняют по 3 попытки в соревнованиях. На ваших экранах Елизавета Сигарева. Первая попытка. Елизавета Сигарева, 5.45, в первой попытке. Елизавета Каменец из Краснодарского края, первая попытка. Пять 5.65, и Елизавета перемещается на третье место. Елена Ермолина выступает за Краснодарский край и Республику Адыгея. Прыжок в район 6 метров. Елена Ермолина немного не дотягивает до 6 метров. 5.96 в первой попытке. Юлия Сахацкая, Республика Татарстан. Кстати говоря, очень прилично прыгает в длину. Хорошая попытка, к сожалению, заступила. Лидер соревнований Виктория Васейкина выступает за Брянскую область. Вот это уже хороший результат для многоборок. Шесть 6.27. Очень хороший результат для первой попытки. Светлана Антошина готовится к своей второй попытке.
5.73 во второй попытке. В первой попытке был заступ. Марина Переева, вторая попытка. Первая попытка была неудачная, заступ. Во второй попытке есть зачетный результат 5.56. Агния Лапцова из Москвы. Вторая попытка. Сейчас у нее третий результат 5.86. Пока не получается прыгнуть за 6 метров. 5.79 во второй попытке. Елизавета Каменец на ваших экранах. Заступила, неудачная попытка. Елена Ермолина перед второй попыткой занимает второе место с результатом 5.96. Елена Ермолина во второй попытке 5.93. Немного хуже, чем в первой. Юлия Сахацкая. Вторая попытка. Отличный прыжок. Хорошо попала на планку, далеко улетела. Ждем результат. Шесть 12 во второй попытке. Юлия Сахацкая перемещается на второе место. Виктория Васейкина совершает свою вторую попытку. Виктория Васейкина, 6.26, на сантиметр хуже первой попытки. Девушки приступили к заключительным попыткам. Светлана Антошина на ваших экранах.
Красный флажок, попытка с заступом. Марина Переева, третья попытка. Третья попытка Марины становится лучше, 5.59, но это всего-навсего восьмое место. Попытка Агнии Лапцовой. Пять 5.62 в третьей попытке у Агнии Лапцовой. Елизавета Каменец готовится к заключительной попытке. Лучшая попытка Елизаветы Каменец, 5.69 и седьмое место. Елена Ермолина занимает третье место перед заключительной попыткой. Попытка за 6 метров. Шесть 6.08. Результат Елены в третьей попытке. Юлия Сахацкая. Юлия Сахацкая занимает второе место с результатом 6.12. Заключительная попытка лидера. Виктория Васейкина, вашему вниманию.
заступу Виктории. Виктория Васейкин в прыжках в длину первая. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя.